Петулец. Что за тема у нас? Тема такая, мы сейчас вот этот пейзаж старый. Будем здесь испытывать вот на горке. Монотой. Лесов, да. Камера не передает, но ребят вот, вот так там. Монотой поднят, да. Относительно. И будем ездить до той поры, пока он приварится у него что-нибудь. Произойдет перегрев какой-то. Ну это как варианты, а может что-нибудь оторвется. Может оторвется что-нибудь. Ну, мне кажется, что... А мне не кажется, братулец. Привитный поршень. Да? Вот, да. И я вот буду без охлаждения на первой передаче вот здесь елозить долго. А звезда, скажи людям, какая? Звезда 18-я. 18-я. Вы такую не надо, не ставьте, она вам не нужна. Четвертую тут не включите, нигде. Да, не включите. Если включите, то хуй выключите. У тебя одна дуга. Дуга одна специальная, да? Да. Сейчас я накатаю там дорожку себе, чтобы без муравейников, иначе мой позвоночник оторвется. Вот. Выберу дорожку так. И буду вверх, вниз, вверх, вниз. Вот я контактный либо СЗ. Без этого. Без аккумулятора. Как? Контактно-кулачковая. Батарея. А, это есть батарея? Стоит? А какой? Далеко спрятан. Покажи. Это надо открывать. Ну не поверят. Да что тут говорить? Ну, они же думают, что ты на Минском. Ох, блядь, оно идет ногами там. Сука! Оторвался по кочкам. Тут же резинка у меня. А ну давай сделаем. Давай, братулец, я держу крышку. Вот резинка. Ага, давай. Так, это тряпка. Так, это тряпка. Я вот так делаю. А тряпку не надо подложить? А потом тряпку под резинку засуну. Крючочек, все по-взрослому. Что ж, глянь, у тебя тут не заизолировано. Это минус, бля. А, минус он должен так быть, да? Да. Так. Чтоб это бабушки на трусы? Да без разницы. Вот так он. Байковый, с начесом. Сейчас мы его прижмем. Ну, братулец. И пускаем, там живет. Чтоб вы не думали, что тут... Все айс. Да. Вы не думайте, вы смотрите. Я поехал. Пожелай неудачи. С Богом. Аминь. Бензин, бензин, да, не открыл. Куртку не потерять бы свою со шлемом. А я где-то, гляньте, столб какой-то был. Электричество куда-то идет. Я где-нибудь тут сяду. Тут, здесь, в смысле. На муравей. По болоту переехал. Там грязно, кстати. На болоте. Вот там вроде как по траве это видно, что ровно, а на самом деле там этих всякой этой. Вот сейчас Денис будет круги нарезать, дорогу натаптывать. Там и, гляньте, прыгает весь. Хреновенькая, конечно. О, полетел козел. А что, лето, ребят, а холодно. Вон Денис в зимней шапке, я в сапогах. Зимой у них езжу. Так непонятно, пойду поближе. Я говорю, ноги тогда буду показывать. И штаны.
издалека кажется, что ровно. Третий день ездит. Надо было камеру здесь прицепить изолентой. И все, и домой ехать. Чего я вот кравлю его? Когда ж он прилипнет? Цветочки, цветочки, ягодки, всякие разные. Летики, незабудки. Это ежак, который уже сколько ездит, ездит. Сколько там это крутится, крутится. Фу. Весь дым сюда. Я не с той стороны. Не с той стороны сел. Сейчас, ребят, почищу вас. Седьмой день ты ездишь уже. Муравейники не дают, тяжеловато, брыкается, бьет по звонку. Прыгает, да, по позвоночнику бьет. Я уже устал. Да мы умрем, а он еще будет ездить. Денис, Денис, вот, дождались, ну, Денис, накаркали. Ну, смотрите теперь, вот, уже цветы ветвь стали. Денис, Денис.
Терновый куст. Ну что там, отвалится у него что? Не отваливается. Давай посмотрим, шипит, ну-ка плюнь на него. А у меня нет слюней, я пересох. Ну шипит уже сильно. Да. Но это еще ни о чем не говорит, надо дальше ездить. Давай я буду, может, как-нибудь не быстро, чтобы он не остывал. Братулец. А. Да он вообще не остывает. Ты уехал, вот, подает. И я уже замахался. Я что сюда приехал, на безобразие смотреть на это? Быстро едешь! Ты быстро едешь, надо на холостых, чтоб нагрелся! Посмотрим, у него что, 18-я звезда, затянет или нет. Это холостых. Такую гореть. Шо? МС-20, да? Да. Бляха. С МС-20 не приклинит. Вот если бы один к 50 налил бы какой-нибудь змей, ты сюда приехал бы покататься. Мы посмотрели этого специалиста, кто один к 50 льет, вот эти вот двухтактные. Как у тебя прилипло бы тут. Жопа сидит. За 300 лет трава расти не будет. Вот тебе и жар. Позвоночник высыпется быстрее, чем он что-нибудь поломается. Представляете, какие ударные нагрузки на цепь, там, на звезды, на все на свете. Вот. Он юзом идет на шипатой резине. Аж цветы повяли все. Остудил нормалек. Да, в трясину он попал. В хорошую. Копать. Да
что ж такое? Едет и едет. Когда ж он крякнет? Вот бы здесь с коляской на Юпитере, да? Прошло 3 дня. Так, ребят, камера разрядилась, одна палочка осталась. Я отключался, Денис 3 круга еще нарезал. Вездеход по болоту. Пошел. Денис его сюда замануть. Тут повыше тростник какой-то. А раз он вырос, значит здесь сыровато. Вот на что способна планета. И свет у него даже включен. Но у вас, конечно же, такие же планеты, все то же самое. Все истоптал, исколесил. Все, палочка исчезает. Всем пока.